Английская электронная промышленность разработала и предлагает другим странам новый радиочастотный прибор, переносной миноискатель NMD-78. Миноискатель работает по принципу фиксации разности диэлектрических постоянных грунта и находящихся в нем объектов. Миноискатель рассчитан на работу в двух режимах чувствительности. Это позволяет более точно определить местоположение замаскированных металлических и неметаллических мин, устанавливаемых в любых грунтах на глубину 15 сантиметров. Миноискатель хранится и переносится в специальном кофре. Основными компонентами миноискателя являются квадратное поисковое устройство с двумя передающими антеннами и одной приемной, телескопическая штанга, ее длина может изменяться в пределах от 70 до 145 сантиметров, вес штанги с поисковым устройством 1,7 килограмма, электронный блок весом 1 килограмм, общий вес миноискателя 12 килограммов. В состав электронного блока включен микропроцессор быстрого анализа принимаемых сигналов и сравнения их с эталонными. Блок автоматически перестраивает режим работы прибора в зависимости от изменения характера грунта. При поиске мин оператор медленно и строго горизонтально перемещает поисковое устройство на удаление 4-5 см от поверхности земли. Новое средство разработано специально для продажи за рубеж. Оно является упрощенным вариантом более совершенного американского миноискателя, производство которого также налажено в Великобритании.